Что делать, если провалился под лед, или как поступить, если стал свидетелем трагедии, узнали ученики начальных классов из Лучинска. Сотрудники Центра «Спас Югория» вместе с фельдшерами районной больницы вышли на набережную поселка. Здесь они наглядно показали школьникам различные техники оказания доврачебной помощи. Спасатели напоминают, что выходить на лед по-прежнему опасно. Из-за теплой погоды его толщина неравномерна. Следует дождаться, пока температура воздуха стабильно будет ниже минус 15 градусов. Я узнала, как спасать людей, когда он тонет. Нужно взять какую-нибудь длинную палку и протащить ее в прорубь, чтобы помочь человеку. Необходимо человека унести в теплое помещение, машину, ну что находится рядом. Обязательно его раздеть, снять с него мокрую одежду, укрыть чем-то, если есть теплая одежда, переодеть теплую одежду. Ну и напоить теплым чаем, теплыми напитками. Это и вызвать обязательно скорую помощь. Остальные действия будут за нами.